Всем огромный привет! Давайте полистаем 16-й каталог компании Avon. Он уже такой нарядный, толстенький. Меня девочки просили со штатива снимать, но вы знаете, я то приближаю камеру, то отдаляю, поэтому мне на штативе реально неудобно. Поэтому давайте пока солнышко будем снимать так. Так, предложение. Ну, тут я буду повыше так держать. Тут видно, цены видно. Так, это не открывается страничка. Лаки 145. 175 рублей блески. 215 3D объем помады. Очень хорошая цена на карандаши Диамант, 159 рублей. Вся палитра цветов. И вот здесь вот подводки. Солнышко заходит, когда становится темнее. 249 ароматы. Summer White. Мужские тоже 249 мини-версии. Так, 259. Тоже такие ходовые, полюбившиеся многим ароматы. 30 миллилитров. Странички тут не на скрепочке, а сделаны в форме вот такой склеенной книжечки, поэтому приходится придерживать. 599 рублей женские ароматы 3 и такая же цена на вот эти 3 мужские ароматы. Первые страницы достаточно выгодные. Тут видно, что большая скидка идет. Поэтому вот видно, да, когда солнце выходит. У нас то сегодня дождь, то град, то солнце. В общем, погода у нас такая осенняя, самая настоящая. Вот такие вот новиночки. Вот такие гвоздики предлагаются. Аромат. К аромату лосьон для тела можно взять за 30 рублей при покупке аромата. Но более выгодное, конечно, предложение в 15-м каталоге. Там большой подарок идет за 100 рублей. 3 средства. То же самое с мужским ароматом. Можно шампунь, гель для душа за 30 рублей взять дополнение. Очень мне понравился вот эта новинка Абсолют. В него входит бергамот, нероли, сандал. Сладковатый, приятный аромат. Но как девочки писали мне в комментариях, что лучше брать, конечно, пробники, потому что любой аромат, он идет на любителя. И одним нравится, другим не нравится. В большой объем Today 100 мл женский 1300. Ну и тут вся линейка ТТА. Ну не вся, вот здесь еще есть часть. Я не знаю, мне вот последние новинки, ну практически все понравились. Они очень такие интересные, оригинальные. Ну конечно, все на любителя, но как-то... Может быть, я просто всеядная до ароматов, поэтому иногда ввожу в заблуждение своим восторгом некоторых подписчиков. Персив. В разных вариантах тоже есть. 100 мл сделали для любителей персива. Ну и тут два аромата за 1200 брать выгодней. Вот. Тут и Фэм, и Фэм Айкон, и Ультрасекси в обоих вариантах. Баттерфляй. Ну, хорошие такие. Все три. Рара, Ре, вот. Череш. Ну, Череш вот один, да, и Прима. Вот. Тут в красивой праздничной пурбланка упаковке.
Элегант. Элиджин. Как он правильно? Элегант. Пишут новинки Incandescence и мыло Little Black Dress, но на самом деле они вот в распродаже все мелькали-мелькали. Видимо, просто новую партию изготовили. Я не знаю, в чем тут новинка. Но эти два мыла уже как бы давненько. Вот. Тут все видно. Так, солнце опять уходит. Обзор каталога, девчонки, не судите строго, бывает прямо с такими наездами. Вот, ты быстро пролистала, а мне было интересно, там определенная страница. Я ведь все-таки дилетант, во-первых, любитель, во-вторых, это вот чисто полистать, познакомиться с страничками. Я же, вы же не делаете заказ на основании моего каталога, поэтому... Просто так как первое получаю, ну, листаю, чтобы общая картина была у всех. Поэтому строго прошу не судить, не придираться. Просто когда листаешь, я знаю, что этот обзор сейчас вот человек 200 сидят, ждут, обновляют страницу. И поэтому торопишься, конечно, делаешь ошибки. Два взять выгоднее, 719 рублей. Линейка мужская достаточно большая, есть... Ну, достойные ароматы у Avon, что женские, что мужские. Вообще, я Avon очень люблю за ароматы. Для кого-то это может быть, знаете, такой однотонный какой-то, ну, знаете, как многие говорят, вот похож на аромат Avon. Вот мне как раз эта вот похожесть на аромат Avon очень нравится. Может быть, на мне так раскрываются, что нравится. А тут уже наборчиками идет. Очень выгодно. Тут есть новинки. Так, что является у нас новинкой? Давайте посмотрим. Вот. Гель для бритья и бальзам после бритья. Может быть, что-то не вижу, потому что я сама не листала. Я вот листаю и тут под камерой пытаюсь подглядеть. Конечно, через неделю много появится каталогов у девочек, и будут обзоры лучше, чем мой, поэтому можно смотреть и у них тоже. Вот такие вот подарки, покупки. Покупки в подарки. Вот так. Новинка. Вот такая вот туника это. Нет, джемпер. Женский джемпер написано. И часики. Часики 2000, джемпер 1499. Ну, достаточно дорого. Вот так вот смотрится. Кстати, часы смотрятся на девушке. Смотрите, как красиво. Джемпер, конечно, на любителя. Ну и часы, конечно, на любителя. Но вот на девушке смотрится красиво. Дальше идет одежда. Вот я когда на это платье смотрю, мне сразу хочется быть стройной и красивой. Посмотрите, как оно подчеркивает фигуру, как красиво сидит. Элегантные сумочки. Сумочки на самом деле небольшие. Вот видно, у девушки прямо ладонь больше, чем сумка. Ну и давайте вот здесь посмотрим, что предлагается. Так. Ну, если что-то вдруг не видно, а очень-очень интересно, ну, скажите, я подскажу. Позднее посмотрим. Тоже очень красиво, конечно. И девушка красивая, и вещи красивые. Давайте на ней украшения посмотрим. Ну, смотрится, конечно, замечательно. Вот даже колечко тут есть. Так, где тут цены? Поехали дальше. Начинаются новинки, вот такие сумки. У меня будет в эту субботу в заказе такая сумочка. Катюшка заказала себе вперед. Вот, смотрите, какая красота. Так, на девушке все это посмотрим. И поэтому сумочку эту мы еще посмотрим, поразглядываем. Так, цены, да? Вторая сумка тоже будет в обзоре во втором заказе. Ну и также вот шапка с шарфом будут во втором заказе, вот на девушке. Ну, Катюш, смотри, еще есть, оказывается, варежки. Вот. Так,
Какая красота. Со стразами. И вот цены. Очень понравились заколки. Правда, цена не очень. Но заколки красивые. Так вот. На голову ободок. И шарфы. Вот этот красивый, какой черный. Любой за 600 рублей. Видите, оно прямо. Очень толстый, конечно, каталог. Ну, украшения, конечно, разглядывать хочется долго. Если сильно интересно, ставьте на паузу. Смотрите. Кошелечек такой симпатичный. Так, что у нас тут? Халат за 1500 при покупках, да? Ну, вот с ушками сами халатики. Украшения. Украшения. Вот такие вот. Ой, прям как-то неудобно. Закрывается. Показан макияж даже. Для бровей, видите, бровь. Ну, это, наверное, для блондинок, я так думаю. Потому что для брюнеток темнее бровь. Тут наборы предлагаются. Такой набор и такой набор. И дальше водички идут наборами, уже такие праздничные подарочные наборы, в коробочках они будут. Инкадесенс, Прима, Череш, первый Череш, второй. Фам, да. А то меня все ругает, я все время фэм говорю, это фам. Это ом, мужской уже. Женщина, мужчина. Так-то я грамотная, я просто забываю. Так, Attraction, мужской и женский. Видно цены внизу наборов. Так, дальше у нас идут тоже наборы от Планеты Спа. Не знаю, тут, наверное, лучше поближе показать. Вот такой набор кремов для рук. А здесь набор уже подороже. И так, видно, да? Такие наборы. Вот тут новинка. Набор за 450. Цветы Таиланда. Так, что-то прям красиво смотрится. Давайте потрем. Ну, приятный такой аромат, косметический, правда. Маска для лица очищения. Кокосовое масло. Так, крем-суфле для тела. И пена-эликсир для ванн. Вот. Вот такой наборчик за 450 рублей. Ну, интересно. Если честно, интересно. 339 от 339. Вот
потому что цены разные. Ну вот опять солнце ушло. Вот. Такие вот вещи. Сейчас такая погода, что не знаешь, как и снимать. Все наборами, потому что ближе, видимо, к праздникам уже готовят набор. Мы-то трендсеттеры, мы рано получили каталог. А когда основная территория его получит, то он начнет ведь действовать с 8 ноября по 28 ноября. То есть получается, как раз людям наборы будут актуальны. Ну, если что, спрашивайте, я подскажу цены или что-то, может, не разглядим, уж тут ничего не поделаешь. Бигуди им будут новинка, 470 рублей при покупке любого товара, кроме некоторых страниц. Бигудей штук. 12 штук, вот написано, 12 штук. Набор для волос. 560 рублей. Так, солнце вообще ушло. Я сейчас, уж извините, мы с вами сейчас дотянемся вот так, до выключателя, потому что сейчас будет темно. И вот такой набор для волос. Так, наверное, видно. Это если отдельно, а так если набором. Там все четыре средства. Набор, конечно, выгоднее получается. Но если вот это все посчитать, то оно будет намного дороже по отдельности, нежели набором. Поэтому предлагаю взять набор. Вот тут новинки, как спреи, так и двухфазные кремы для тела. В прошлом году они были с мерцающим эффектом. В этом тоже сделали с мерцающим эффектом. В том году я брала себе один, мне очень понравился. С огромным удовольствием я его использовала. В этот набор входит 260 рублей гель для душа, спрей и крем для тела. А 189 рублей входит только спрей для тела и крем для тела. Эти ароматы, ну я думаю, видно. Видно, какие. Ну и тут корица, по-моему, да? Клюква, корица, лесные ягоды и масло ши. Вот. А здесь пряная корица и ваниль вот здесь. А здесь вот здесь корица. Я думала, соединили, но нет. Тоже наборы опять. Ну, тут видно. Так, давайте дальше. Давно не было помады «Леди». Вот она, 129 рублей. Маски. Премьер люкс. Новинка. А что тут новинкой является? В общем, что-то тут является новинкой. Вроде бы новинок-то я не вижу. Может быть, маленький флакон? Не знаю. Вот здесь хорошее предложение. 200 рублей любая помада при покупке вот с этих страниц любого продукта люкс. То есть берете люкс, то любая помада недорого. Ну вот, собственно, продукты люкс пошли. Так. Ну, какой длинный-то. Листаю, еще вроде только на середине. Так, тут туши. Мне очень понравилась вот эта страница. Тут тени и макияж дневной и вечерний. Смотрите, как красиво. Дневной и вечерний, и как смотрится. Конечно, вот солнышко жалко, что зашло. С ним было поинтересней. И вот палетки. 345 палетки.
а 185 база. И вот 345 еще дополнительные. Карандаши для глаз. Так, моя тень падает. Ну, тут вроде все знакомо. Новая помада полуглянцевая, полупрозрачная она. Девчонки, ее наслаивать не надо. Если она полупрозрачная, она и будет ложиться легким блеском. Она недолговечная, не стойко, ее надо будет обновлять. Но цвет, если вы подберете ваш и вам нравятся такие текстуры, то она очень хорошая, пользуюсь с удовольствием. Так, тут помады, карандаши. Нет, карандашей нету, это кисточка. Выдвижная кисточка для помад. А нет, вот карандаш. Я помню, что видела, где-то мелькнул карандаш. Так, у меня тут ватка намоченная, листать. Тут все для губ. Ну, вроде супер цен я тут не вижу. Новинка. Здесь видим мы новинку. Так, что является новинкой? Так, развернемся, чтобы моя тень-то не падала. Ну, тут все корректирующие, тональные основы. Лаки. Тоже лаки. Так, новинка. Давайте посмотрим, что тут за новинка. Так. Color Trend. Дальше идет страничка. Новиночка. Вот эти карандаши, у меня был вот этот, очень понравился цвет, но, конечно, очень сложно его допользовать. Во-первых, он не закручивается, только выкручивается, а во-вторых, он тающую такую текстуру имеет, что приходится кистью наносить, он сам прямо от середины уже у меня разваливался, было очень сложно им пользоваться. А цвет понравился, ну, такой капризный достаточно карандаш. Так, от Color Trend. Тональная основа. Вот тут новиночка. Блеск, наверное, для губ. А нет, смотрите, это румяна. Кремовые румяна. Так, давайте поднимем как-нибудь. 7 миллилитров. Водички по 289, мужская и женская. Детская линейка. Вы знаете, мне вот этот карман так нравится, если честно. Я бы, наверное, его взяла, когда моешься. У меня очень удобно было бы на стену прилепить. И когда моешься, средства мне вокруг себя особо ставить некуда. А тут в карман накидала гели да скрабы. И пока моешься, они тут у тебя под рукой. Поэтому надо будет подумать. Может быть, он мне и нужен. Так, чего тут написано? Такие размеры 43 на 38, да? В общем, надо подумать.
хорошая штука. То есть не обязательно ребенку, можно просто как украшение для ванны. Ну, понятное дело, если такое украшение подходит. Так, новинка тут у девочек. Туалетная водичка «Сладкая фантазия». 50 мл, 300 рублей. По 30 страниц. Так, какой странный петерит. Давайте вот этой хоть потрем. Ну, такой фруктовый, сладкий вкус. Ну, и вот такой наборчик интересный, детский. Вот. Такие парфюмчики маленькие, 300 рублей. Тоже интересно. Вот этот набор я раньше хотела все Максимки взять, но так и не взяла. Красиво смотрится на столе маникюрный мальчишеский набор. Ну, мужской так-то, да, не мальчишеский. Так. Отсвечивает. Вот я сейчас опять ныть начну, меня потом отругают, скажут, надоело ныть. Все, и отсвечивает. Но на улице совсем мрачно стало. Наверное, дождь пойдет. 2 за 790. Любые 2 за 690. То есть в зависимости от возраста. Этот с 25 лет, этот с 35 лет. Ну, поэтому чуть подороже уже. 2 840 с 45. И 2 за 890 от 55 до бесконечности. Вот. То есть 2 брать выгодней. Ну, тут продолжение, что 2. 2 средства выгодно брать. Так, так, так. Ну, тут новиночка. Зеленый кофе и миндаль. Глубокий. Питание. Это, видите, зимний вариант. И поэтому вот эти вот кремы идут, они уже более такие зимние, более, видимо, жирненькие. Ну и вот это вот маслица предлагается. Так. Вроде не вижу новинок, поэтому давайте пролистаем. Увлажнение. Планета Спа, русская баня. Вроде все знакомое. Превосходное очищение идет. Вторая линейка. Тут сияние Востока. Это непревзойденное питание тоже. Ну, это очень приторное, конечно, совсем на любителя. Ароматы. Так, сокровище пустыни линейка. Бальзам для губ 70 рублей любой. Очень вот этот приятно пахнет. Ну и этот приятно пахнет. Ну, на любителя. В любом случае, любой аромат. Меня уж так запугали этими ароматами, что все на любителя. Берите пробники и бальзамов тоже. Ну, бывает, вы знаете, девчонки, что-нибудь на... ну, скажешь там свое мнение, а с тобой там спорят так. Ну, это ж мое мнение. То есть мой вкус. Понятно, что каждый человек сам решает и сам подбирает. Бывает, что пишут прямо, что ты тут насоветовала, я взяла, и теперь куда я это дену? Ну, я ж не заставляю никого брать, я просто делюсь своим мнением. Это домашний канал. Вы знаете, я вам пока буду листать, буду болтать. Вот я придумала. Что я буду делать, это мне скучно тут листать, да. Есть каналы информативные, а есть каналы домашние. Ну, я надеюсь, видно, да? Вот у меня домашний, девчонки, канал. То есть вы пришли ко мне в гости, мы с вами тут каталог полистали, что-то поняли, что-то не поняли, что-то я сказала, что-то вы можете написать, сказать. Вот, у меня канал домашний. Есть девчонки, они молодцы. У них и информативные, и домашние получаются. У меня не получается. Я как информатор не очень хороший. Я, скорее так, любитель. Я делюсь только своим мнением, поэтому советы я давать никогда не даю. Я не говорю, что я вот это вот рекомендую, это не рекомендую. Поэтому мы тут просто, как знаете, такие дружеские посиделки. Каталог полистали, свои покупки показали.
У меня очень много девчонок вообще тоже, вот они, например, не блогеры, подписчики. Они тоже бывают, снимут себе ролик по закрытой ссылке. Ну, со мной поболтали, показали мне там с закрытой ссылки свои покупки. Вот. У меня канал — это хобби, это мое удовольствие. Это мое общение на тему, которую я очень люблю. То есть вот я люблю это. Поэтому я и всеядная. До ароматов, до всего. Не знаю, вы меня слушаете или смотрите. В общем, я тут решила поболтать. Поэтому, ну, понятное дело, если нужна информация, то лучше найти канал, который он более интересный будет. А если так посидеть, поболтать, то я очень рада. Вот эти вот новинки, кремы, я, конечно, еще их не пробовала, но они интересные. Если бы у меня меньше было запасов, я бы какой-нибудь взяла попробовать. Тут и для нормальной сухой, для очень сухой кожи. Ну, интересные. Конечно, нутроэффект. Может быть, как, ну, что, это глубокое питание тоже, сухая, очень сухая кожа. Ну, может быть, в зиму они и хороши. Или вот когда загар идет, тоже неплохо. Вот эта новинка, хотя пишут, но на самом деле это серия с лавандой для ног. Так, вот, не отъехать, это... Тут новый дизайн. Где тут написано? Тут вот написано, все блестит. Вот, новогодний дизайн. И поэтому вот так вот все красиво. А на самом деле это серия с лавандой. Ночной вот этот крем, он бесподобный. 155 рублей, я думаю, сейчас уже нормальная для него цена. В нем 100 мл. То есть в 2 раза больше, чем в стандартном флаконе. Иногда меня просят пародию. Сейчас я не снимаю пародию. У меня было время, когда я была не в кадре. В кадре были только руки, и я могла показывать. А когда я сама в кадре, я показывала пародии. Когда я вышла в кадре с серьезным лицом, ну, относительно серьезным, конечно, то я не смогла больше снимать пародии. Я не знаю, почему это так. А может быть, уже стало не смешно. Иногда, вы знаете, даже и в комментариях такие пародии бывают, что хоть стой, хоть падай. Думаешь, ржать или плакать. Так, тут я не вижу новинок. Тут, по-моему, просто выгодная как бы цена, да, потому что называется «надо брать». Вот тут новинки. Зимний вариант — сладкий миндаль. В прошлом году было, по-моему, имбирный пряник, да, или в позапрошлом. А в этом сладкий миндаль. Позапрошлом, наверное, пряник. В том году не помню, что было новогоднее. Тут миндаль. Вот эту вот новинку я заказала. В субботу, наверное, привезут. Фантазия-то. Кремовая фантазия. Вот у меня тут еще пальцы остались. Сейчас мы... Бумагой пахнет. Или они забыли помазать страницу. Или это невкусно пахнет. Ну, в общем, заказала, попробуем. Что-то я не вижу второй. Должен быть еще один. Вот этот вот кружок. Это ягоды в шоколаде, а второй ваниль должен быть. Или я ее пропустила где-то тут. А может, еще будет. Так, тут тоже, по-моему, зимние варианты идут. Набор опять Kia. Это набор 260 рублей. А в набор входит... Так, где тут? Крем для рук, ногтей и крем-суфле для тела. 75 миллилитров в этом. Ну, а в этом вообще 50. Ну, неплохая. И в коробочке, то есть как подарок, мне кажется, очень даже симпатично. И вот мне очень нравится аромат вот у этой серии, поэтому, мне кажется, это хороший набор. 389, 1, 2, 3, 4, 5 средств вместе с водичкой. 489 вместе с корзинкой пятигранной. У меня была 4-гранная, она неудобная, а вот 5-гранная удобнее. Так, тут тоже наборы. 149 Senses вместе с мылом. Ну, хороший набор, цена хорошая. 199 – это уже гель, спрей и шампунь. Да, 2 в 1 шампунь. 159 для ног. Хорошая
предложение, цены прошлогодние, да, действительно так. И три крема для рук лучшие в Kia, 199. Тоже хорошая цена. Так, у меня заканчивается память. Не память, а это... зарядка. 89 рублей, вот еще две пенки. Вот такие вот. Так, аромат яблока и аромат сливы и ванили. Вот такие вот. Давайте фокус полистаем. Не знаю, отключится, не отключится у меня. Заканчивается. Я поэтому по-быстрому болтать уже не буду. Буду серьезно показывать. Хотя вам, наверное, интереснее вот так. Вот в чем новинка, не очень поняла. Вроде бы знакомый аромат. И тут новинка написана. Да, новинка, правда. Так, где тут? Мандарин, роза, удовая нота. Аут. Пример люкс аут. 685, очень хорошая цена. А вот тут не поняла я, что за новинка. Ладно, не успела я посмотреть. И вот аппарат для косметических процедур. 1100. Вот тут выгодно брать будет шампуни, судя по всему. Ну, я вот так вот быстро. Тут наборы предлагают для представителей. Мужские подарки. Так, тут набор, женский подарок. Вот так. Вот такие вещи предлагаются тоже для представителей. Ну, в общем, если что, будете спрашивать. Потому что у меня зарядка заканчивается. Долго я болтала. За 300 рублей наборчики. Гель и аромат. Так, давайте распродажу. Полистаем. Так. Что-то как-то быстро они из каталога повылетали. Наверное, это были лимитки. По 109 рублей. Вот эти вот оба средства. Гель-желе. И, как всегда, я так вот сверху вниз пролистаю. Потому что тут продукты, по сути, знакомые. Просто, если интересно, цены. Так, где тут вот? Пролистаем. И вот так. Ну, есть интересные. Даже есть любимые какие-то средства. Ну и последнее. Это стиль жизни. Так. Вещи. Девчонки велели показывать все. Мне сегодня еще хорошо муж помогает. Он мне и Эйвен принес. Это с одного конца города надо было привезти. А сейчас я его попросила привезти мне с другого конца города Фаберлик. Ну, как привезти? Ножками сходить и принести. Вот здесь вот хорошая распродажа. Скидки до 50% написано. Интересные сумочки. Прямо вот. Мне вот эти очень нравятся, потому что кармашки. Когда в сумках есть вот кармашки, я прямо вот... Обожаю сумки с кармашками. Так, тут чего? Тут какие-то штанишки. А, где они? Вот. Вот такая цена. Новинка. Пробная партия написана. Вот такие вот. Вот первые. И вот вторые. Такие вот. Будь в тренде. Так, тут для деток. Тоже для деток. Часики даже. Вот у ребенка тоже и часики, и пижамка симпатичная.
Жаль, мой ребенок из такой пижамки уже вырос. Я бы с огромным удовольствием ему тоже купила. Так, вот это чего? Смотрите, форма для кекса в форме карандаша, по-моему, да? Интересно. Так, сумочки. Набор интересный. Ну, Avon молодцы, они на мужчин много внимания уделяют. Вот это вот интересная новинка. Видите, в форме шоколадки чехол. Давайте посмотрим, куда. Так. Я думаю, видно, да? Вот. Так, а это чего? Женский кошелечек. Любовь, поцелуй и смех. Вот такие вот интересные. А это чего, чего, чего? Набор сережек. А, это вот такие смайлики-сережечки. Вот. Все по 399. Кошелек и смайлики. Так, так, ой, заканчиваем. И вот так. Где тут цена-то? Вот она, чтоб не отсвечивала. Вот, все, полистали. Надеюсь, я была полезна. Если что-то не так, ну, конечно, простите меня, я старалась. Всем до новых встреч, всем пока. Сейчас принесут мне Фаберлик. И, надеюсь, кому интересно, встретимся в следующем ролике.